Господь судил рабу Божию Виктору быть воином и служить своему Отечеству тем даром, который ему дал, даром своего голоса. Господь Иисус Христос сказал, что нет большего подвига, чем положить жизнь свою за других. И именно в этом подвиге Виктор застал свой последний час. И ныне он уже не воин Отечества земного, но воин Отечества небесного. Я приглашаю вас сейчас помянуть о упокоении преснопамятного раба Божия Виктора, дабы Господь со святыми упокоил его и с праведными сопричел. Благословен Бог наш, всегда в ней присно, и во веки веков. Аминь. Владыки праведно скончавшихся, душ работы Господь Святой, сохраняй его, покажи на жизнь, я уже тебе человека любче. Покончить вам, Господи, и где же все святые покаиваются? Упокой душу раба Твоего, как один из человека любит. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и сего совершенного туза, кого напрорешивый, сам Духа Твоего упокой, и мне пресный во веки веков, аминь. Едино чисто непорочное дел Бога, без семья родшая, молись спастись души Его. Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ощущайся, Бог, покори душу усопшего раба Божия, преснопамятного Виктора, и воеже простите сего всякого прегрешения, вольному же и невольному. Господи, помилуй, Господи, помилуй. Якобы Господь Бог, еще не души, и выйди же праведнее упокояются. Помилуй, Господи, помилуй, Господи.